творческий вечер Олега Крупникина, музыка его, в его исполнении, его друзей. И это произведение, эта пьеса называлась «Воспоминания». Я прав? Самые тяжелые воспоминания в этой песне были у саксофониста. С него я и начну представлять музыкантов группы. Куда делся саксофонист? Поприветствуем, пожалуйста, соло-гитара Дмитрий Челетников. А на саксофоне сегодня играет Дмитрий Бондаренко. Дмитрий Бондаренко. Творческий вечер и авторский концерт Олега Курныкина, который мне сообщил о том, что сразу 25 человек выйдут на сцену. Это будет заключение, это будет как гала-выход. А вообще, очень многие танцоры, хореографические номера будут, и многие известные люди в Волгоградске будут участвовать. 23 сентября, то есть на следующей неделе. И все это будет... Царицынская опера, это где ДК Металлургов? Бывший. ДК Ленина. Я все понапутал. Ну, его, знаете, как только не называют, но он вот, наконец-то, Царицынская опера. Вот там, 23 сентября. Thank you.
заслуженно говорилось, что у вас ресторан называется «Лили». Сейчас в заключении первого, чтобы вы отдохнули от музыки, прозвучит заключительная композиция первого отделения, называется «Под парусами».